Сегодня у нас будет презентация. Мы будем... Соня, давай стряпать будем с тобой. Ладно? Вот. Да сейчас я тебя возьму. Ладно, давай. Пойдем, будем с тобой. Пойдем. Так, сегодня у нас презентация. Будем делать ватрушку «Гости на пороге». Нам потребуется муки блинной 6 ложек. Сеем, просеем сито, которое воздухом нам освещается мука. Да? Вот, сейчас мы ее просеем. Так. Вот. Так. Соня, здесь у Марины посиди. Я буду выкладывать, хорошо? И ты будешь, да. Подожди, подожди сейчас. Силиконом с грибочком. Что-то не всех гостей видно. Нет, я всех покажу. Нет, ну одного гостя вообще не видно. Ну вот это, вы уж это не говори. Как, на презентации? Нет, у нас много-много-много народа. Да. Смотрим. 200 грамм сметаны. Смотрим все внимательно. Да, подожди, Сонечка. Сонечка. Сейчас будешь месить. Самый главный у нас гость. Так. Каждый день к вам ходим. Забьем. Все разные нам. Одно яичко. Показывайте. И будем перемешивать. Ну, давай. Будем с тобой мешать. Мешай, Сонька. Помогай бабе. Вот так, вот так, вот так, вот так, все, не мешай. На вот этим, а бабе тем будет, ладно? Хорошо? Вот, сейчас мы тесто сделаем. Тесто. Надо только включить нам. Так. Так у нас. И в рот. И в рот. Сонь, в рот пока не надо, рано. Подожди, еще не сделали. В рот не надо. Давай, баба, развесь. Подержи вот так вот. Самое главное у нас. Наша мама повариха и печет, и варит лихо. Да. Венчик вот очень хороший, размешивать все. Этот венчик, да? Да. Угу. Без комочка, без всего. Очень хороший. А вот сама вот эта посудина тоже здесь такая? Да, вот это вот блюдо. Сит очень хорошие. Вот, и закрывается. Если мука останется, можете хранить только ее вот так перевернутой, чтобы она там это. Ага. А вот этот тазик вот, тоже нравился. Да. На 3 литра. На 3 литра, да? Очень. Угу. Очень самый ходовой. Всем по тазику. Обязательно. По ситу. У меня самый ходовой литра 3. Да. Сонь, маленькие все в нем. Ну, так, там... Татьяна, например, а у вас я, например, вчера мужу делала, я приобрела у вас тоже вот такой тазик. И вчера мужу сырники делала. Вот так. Говорю тебе, простые сырники или с изюмом? Он говорит, с изюмом. У него зубы выпали. Силиконовую формочку. В другую сторону отойди, чтобы я видела. Сырники с изюмом. Так. Вот. Настряпалась Соня. Такие дела. Папе теперь она. Да, Соня? Смотрит, как баба готовит, да? Нам вот бы вот еще эту формочку, да? Такую форму. Вот. Силиконовую форму, пожалуйста. Да. Любые. Ну, тесто на месте. Только заказывайте формочку. Любые. Я вам сейчас каталог дам, посмотрите все. А как по цене у вас там? По цене. Мы пенсионерки. Становитесь консультантами, и будет вам скидки. Куда становитесь? Консультантами. И, в общем-то, это, да? Так. Со скидками будем приобретать тапервейскую посуду. И сюда мы кладем теперь, вот смотрите. Так, вот. Туда-то не поставлю, я не хочу, чтобы вам видно-то было. Давайте вот сюда уж я, да? Что тут у нас? Вот. И прямо мы сверху творог. И она с изюмом, как муж любит. Да, творог. Да. Зубы выплёс. И, ну, так вот от краешка нет, немножко отступит, не до конца, до краев. И она прям сама в газу сформируется, сама ватрушка. Обалдеть. Краешки поднимутся. Век живи, век учись. Да. Вот так. Ну и хватит на этот ворог. Я тут лишний уж. Конечно. Вот мармелад там был. Мармелад. Так. Ну и все, ставим в духовку.
Ставим в духовку. Вот, и рукавички. Да, ты что? Наши. Так. Ставим в духовку. Пока у нас будет ватрушка готовиться. Мне венчик понравился. Очень хороший. Это удобный, да? Вот сейчас будем. А мне вот это понравилось. Вы заказывали? Нет, это крыша от крышки. Хватит. Вот были только по скидке вообще было. Ой, забыла, около 1900. Да. 1900? Нет, около это. Мы пенсионеры, нам эти социальные пенсии. Сейчас. Ой, эти цены называйте. Там все пенсионеры. Как это, Вера Викторовна? Декретница. Мы готовимся. На пенсию. Стас, садись, ты что в это? Стас, сейчас ватрушку будем есть. Да. Ты, похоже, сегодня даже не обедал. Не, он обедал. Готовился к ватрушке. Ты знал, мы дня два не ели. Он ходил на обед. Так, будем, что сюда? Будем делать кисель малиновый. Это вот этот кувшин? Да, вот это сам кувшин. Сейчас я вам расскажу. Сейчас я вам про него расскажу. Малина заморожена с его огорода, с холодильника. Вот. Можно апельсин. Вчера мы с апельсином вчера делали, апельсин, нам понравилось. Я делала кисель. Сегодня малиновый сделала. Ты получишь все. Вот именно. А что там много-то? Да. Так, сейчас мы... Где пресс не вижу, Вера, вот. Ой, кровь. Пресс, сейчас мы ее помнем. Будет прям с малинкой. Тоже пресс отсюда же. Да, вся посуда не... Да, вся посуда. А хлебница нету, да? Да, и хлебница. Я уж не помню сейчас, надо в каталоге посмотреть. Я когда покупал, стоил 5000, сейчас в каталоге есть пленная. У нас в том году, что ли? Да. Это для тех, кто не любит готовить, как типа меня, чтобы раз-раз и все готово. Вот этот кувшин. Чтобы, не дай бог, ты там забыл, уснул. Вот у него крышка, она уже кипит. Сейчас закручу. Вот этот кувшин, очарование называется. Здесь вот логотип ставит крышки. Вот у нас так закрытый потом. Когда... Наливать. Да. Крышка называется тип-топ. Если хочется без ягод, когда компот, вот так маленечко, и будет без ягод. Садится. Да. Сейчас мы, в общем, чтобы плиты не стоять, кисель, то комочки, когда что жидкий, то густой. Да. Мы кладем крахмал сюда прям. У вас и лопатка даже специально. Да, это мелочи, называются мелочи. Они жизнь. Продаются. Что приятно называется. Да. Ну, вот три положим, хватит нам. Их, кстати, в подарок дают за посещение, мне кажется, да, ассамблеи. Иногда вот дают. Гномики, как вы все получали, а иногда такие мелочи. Ну, гномики, наверное, уже у всех есть. Гномики, ну как, да-да. А сейчас, например, вот была городская ассамблея, я же созову, никто не идет. Вот давали вот как раз вот эти совочки такие, только беленькие. Вер, она свадьбу только подарила крестной, вот как раз она Дима крестная, она вот этот миксер. Миксер. И клиент что выбросить хотела, а потом как он видел, вы чокнутый, что ли, говорил. Очень хороший миксер. Ну, эту посуду, ее, да, ее надо когда дарить, и надо ее объяснять нужно. Объяснять, рекламировать, потому что ее потом я ей показала. Поэтому у нас даже маленький вот этот вот измельчитель, мы лук только им мельчим. Я снимаю, я не выключала. Поэтому, девочки, эту посуду в магазинах не продают, а вот так, чтобы ее показывать, чтобы какая она это. Хорошая. Вот залили кипяточком. И до конца сейчас я залью. Мы вообще этой Надежды Николаевны посудой пользуемся. Да, уже лет 10. Да что, 20 уж. То, что сколько не рабочих на магазинах. 8. Восемь не работаем. Покупали еще там. Да, у нас работали. Так вот нам это рекламировали. Что ты расскажешь? Ну, говорю, вот она мне ходила у меня там тоже на презентацию. Побольше, да? Послать. Я себе песок размешаю.
В общем, этот кувшин предназначается для приготовления киселя. Компот. Компот я варю ребенку. Даже я вам сейчас что скажу, вот он долго хранится. Нам вот приезжал с Нижнего Новгорода, как это, наварили там. Кувшин, вот банку огурцов соленых открыли, что у нас настаивается. И сложили сюда, и он стоит. Так же сразу раз, три недели стоит, ничего им не делается. Ну да, вот, например, у меня есть топорвейская матрешка. Да. И вот, когда у меня, например, гости на пороге, то я туда и салаты складываю. Конечно. А потом гости уходят, салаты остались, я опять складываю. А зачем их хранить? Нет, а зачем выкладывать? Когда вы это поставил, поели, эту закрыли, вот и в холодильник. Вот об этом я не подумала. А зачем перекладывать-то? И в холодильник. Сейчас будем пробовать кисель. Готовый. Добрый вечер. Да, у нас проходит презентация домашняя. Вот мы сейчас сделали, поставили в духовку ватрушку, гости на пороге, и кисель вот сделали. Сейчас будем кисель пробовать, а ватрушку дождемся, когда испечется. Гостей у меня, ну, 5 человек, но одна снимает, а четверо вот за столом сидели, одна снимает на видео. Даже 6. Соня 6. Дома. Ну да. Мы вам видео пришлем разговоры. Меня можно не считать, без меня 5. Или без мамки 5. Так 6. Кисель. Вот как льют, да. Из кувшина очарования. Да, так быстро сварился, и прямо это удобно. Надо попробовать, какой он на вкус получился. Принеси стаканчик. Софья, на, кисель. Пробуй кисель. Да. Ну, принеси она пила. У нее там. Принеси свой стаканчик. Такой нежный. Нежный. С ягодами. Как это? С малиной. Ягоды выкину. А теперь кувшин купил, говорит, теперь я буду только делать компот и кисель. Кисель. Вот горячий, вот ты что, вот, так-то нет, на вот эту. Постудила баба. Баба постудила твой кисель. Ей интересно из большого бокала. А вот здесь вот, наверное. У меня остыл, наверное, вот. У меня, Соня. На, из маминого бокала. На, из большого скажу, бокала. Я соседка, скажу, на. Презентации. Ну, не будет, она да. В общем, из силикона формы, это термостойкие. Вот когда есть, пусть маленечко вот так вот надо, чтобы она это... Лопаточку возьми. Да, сейчас, конечно. Нет, сначала, когда надо маленечко вот так, чтобы она не пристала. Стас, вот ты не первый раз принимаешь участие в презентации. Скажи, пожалуйста, ты доволен вообще вот, качеством этой посуды? Жена готовит. Нет, ну а тебе он сам не готовит. Я сам готовлю. Сам готовишь, да? Ну и ты доволен, да, качеством? Вер, слушай, вот наша ватрушка. Да. Вот видишь, формочка прям прелесть. Сердце, любовь. Она у меня на камере чуть темнее, как будто призапеклась вообще, как будто черная. Нет, а на самом деле она сам то. Сама это. Ну, не знаю, почему. Ну, потому что свет такой. Ну, Мариночка, надо, чтобы она застыла. Ты над ней прям вот так, тоже лампочка. Угу. Ну, ничего. Ну ладно, видно, да что мы испеклась. Мы и так пусть съедим. Тарелочки. Застынет. А тарелочки у вас тоже топорвые? Вот та тарелочка топорвые. Вот эти тарелочки по-дойски можно даже убивать в микроволновке. Вот эти вот, их 4 штучки. Вот так, когда ты держишь, видно, что она запеченная, не черная. Послушайте, Надежда Николаевна, мы уже у вас, конечно, уже много приобрели. Да. Топорвейской посуды. Теперь еще теперь кувшины. Мы да, думаем о приобретении кувшина. Чтоб твоё мнение купили. Мне тоже бы интересно услышать. Молчит. Но. Посуда хорошая, конечно, все это. Ну а цена? Ну что, это разве дорого? Цена, конечно, дороговато. Ну прям, что-то творог. Мы пенсионерки же. Мы все. А вы с пенсионерами... А там только хоть одни пенсионеры. По предъявлению пенсионного удостоверения. Там все пенсионеры. Простите, извините.
Вот это все для пенсионеров, чтобы все быстро готовилось, чтобы не пригорало. Чтобы мы больше отдыхали. Больше времени было, и чтобы это не стоять у плиты. Ну почему? Мне тоже очень подходит. Кто-нибудь готовить. Повар. На столе бутылки у нас. До конца уж надо. Сама присаживайся. Сейчас. Повар говорит, свет, я так. Не говори. У меня. Точно. Ну что, будем заканчивать презентацию? Ну как, ватрушка? Прелесть, хорошо. И быстро. И быстро. Сам главное, самого быстро. Поэтому называют гость на пороге. Вкусно. Да. Пока он раздевается, ватрушка уже в духовке. Ну что, правда? Да. Быстро и ничего. Да можно и не пока раздевается, можно пусть сидит рядом, пока языком чешем. Да. Все и уже готово. Ну и экономично, недорого. Ну нет, ну что? Ну, для этого нужно приобрести, значит, ну, на тазик вот это. На 3 литра. Да. Дальше. Можно на 2,75, не обязательно на 3, можно поменьше. Сетку. Да, это сито называется. Сито. Формочку. Силиконовую форму. Да. Кувшин. Да. Давай, так что так.